Быть знаменитым некрасиво. Мне это поднимает ввысь. Не нужно заводить архивы, над рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача. А не шумиха, не успех. Постыдно ничего не значит быть притчей на устах у всех. Но нужно жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Не нужно оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целого отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой толькой не отступаться от лица, но быть живым. Живым и только. Живым и только. До конца.